Привет, дорогие друзья! Сегодня будет битва построек, и это будет впервые такое, что я снимаю из Дарины, из Дианы. В общем, за такое ставьте лайк, подписывайтесь на канал и вопросик дня, короче. Вопросик дня, как вас зовут? Напишите в комментариях. Ну а мы достаем, короче, тверкаем. Так, ну что ж, ребята, погнали, битва построечек, юху! Это впервые такое, ставьте лайк, вообще такое впервые. Так, ну что ж, девчонки, вы первый раз на битве строителей, но вы знакомы с этой рубрикой, потому что серию смотрите, правильно же я говорю? Да. Отлично, отлично. Итак, сегодня у нас будет следующая битва построек. Сейчас, подождите, я быстренько отойду на секундочку. Так, выключаю микрофон. Ребят, за это лайк. Ну, прикиньте, Дарина, Диана, обе на серии. Все, лайк за это, если еще не поставили. Лайк. Так, все. Итак, значит, сегодня у нас, значит, смотрите, следующее. А, надо будет построить башню воды и лавы, арену, аэростат, механический портал в ад и уютный домик на одного. Ну как вам, изи же? Механический портал в ад? Ты что, серьезно? Как мы это сделаем? О, отлично, девчонки, чувствуем, будет интересно. Че еще напрягает? Уютный домик на одного, ты где тут одного увидел? Нас тут двое как бы. Нас тут двое и... Значит, уютный домик на двоих зафигачите. Так, ладно, вопросчик, аэростат это что такое? Давай. Я тоже не знаю, что это. Вы реально обе не знаете, что такое аэростат? Нет. Ребята, ладно, аэростат это, короче, такое, ну, как дирижабль, вот аэростат это дирижабль, типа. Дирижабль, ты хоть знаешь, что такое? Да. Как воздушный шар? Нет, типа? Воздушный шар это воздушный шар, а дирижабль это такая штука, где, ну, как вытянутый воздушный шар. Аэростат, по сути, то же самое, как вытянутый воздушный шар, но там, короче, можно сидеть, ну, в лодке. Летучая лодка, грубо говоря. Че еще напрягает? Ну... Арена. Большая. Она должна быть большая или маленькая? Все большая. Если маленькая... Арена какая? Футбольная? Любая. Или... Можно и боевая, зубодробительная. Короче, все постройки должны быть большие. И у вас очень будет мало времени. Короче, девчонки, заходите в креативу. Вы в креативе? Заходите в креативу, чего вы в выживании стоите. Давайте в креативу заходите. И сейчас начнется битва строителей. Так, пока вы заходите, я сейчас... Ребята, пока я выключу микрофон, будет битва троллинга. Я сейчас буду троллить девчонок, и они будут офигевать с построек, потому что цель этой рубрики это. Кстати, кто не понимает, некоторые есть, там 10% новичков. А я троллю девчонок, то есть специально раунды нечестные, чтобы их затроллить. Вот. Но если что, если будет много лайков, устроим и честные раунды. Так, ну что ж, я здесь микрофон включил. Ну что, девчонки, вы готовы? Готовы. Будем. Отлично, кто из вас хочет первый нажать на рычаг? Я хочу. Все, Диана первая, Дарина опоздала, Диана жми. Так, выпало механический портал в ад, ты это хотела, ты это получила. Дарина, отдай Диане листочек. А то сцапало. Пожалуйста, забирайте. Все, механический портал в ад. Ну, девчонки, удачи вам на даче. Стройте там, что хотите, делайте. Время пошло, надо, чтобы был механический портал в ад. Не просто... Насколько он должен быть механический? На 100%. Диана, ты разбираешься в механике? Диана вообще в ступоре стоит. Все, девчонки, удачи, что-то должны построить. Так, ребята, прикиньте, включаю микрофон. Девчонкам выпало самое сложное задание, механический портал в ад. Я думал, это выпадет потом, но это выпало сейчас. Но прикиньте, им не повезло. Так, я строю, вот он называется, Хелдур, короче. Вот такой вот механический портал в ад. Сейчас я его возвожу, все, вот он появился, короче. Отличненько. Все, смотрите, он полностью механизирован, и нажимая, короче, на рычажочек, он должен работать. Блин, конечно, я не представляю, как он будет работать, честно вам скажу. Блин, по-моему, я сам, короче, ребят, попал. Так, давайте попробуем, не знаю, здесь нажать вот на... Так, вот сюда. Блин, ребят, по-моему, я попал, потому что он не работает. Но давайте затроллим девчонок, как будто он работает. Так, давайте посмотрим, что там у девчонок. Так, я не понимаю, как должно быть, что механическое должно быть. Давай, короче, построим просто красивенький портал, если мы не умеем строить механизм, возьмем красоту. Чисто обычные девчонки. Время вышло, девчонки! Нашли! Все, время вышло, все. Подожди. Time to time, время вышло. Все, время. Все, время вышло, нет, все.
Так, это что такое? Да, мало времени. Механический портал. А где механизмы? Вот всякие голенки на. Так это железные блоки. Ну, железо, механика, механика железная. Понятно, понятно. Ладно, пойдемте сюда, девчонки. Диалыч, ты что там застыл? Ты уже все сделал? Будет механизм, сейчас будет механизм. Не работает так, нет. Нет. Чисто. Вот эти механизмы, тут всякие штыречки механические, всякие штуки. Ничего себе, это... И как? А что не... Ого. А как ты так быстро это построил? Мы там только как... Как? Вот так, короче, ну что ж. Да ты не мог. Да я смог, вот же, видите? Да как ты смог? Короче, я даже проверять не хочу. Да, смотрите, есть такой. Выключаю микрофон, ребят, прокатило, они даже проверять не стали. Отлично, он на самом деле не работал. Так, ладно, кто будет следующий рычаг сжать? Я. Давай, Дарина, живи, короче. Диана около портала стоит. Так, ладно, что там выпало, ну-ка. Уютный домик на одного. Ну ладно, вам на двоих. Отлично. Все, давайте строим. У меня есть идея, Диана. Уютненький, уютненький. Уютненький, уютненький, правильно. Давай правильно. Из дерева, давай из дерева, давай из дерева. Давай из дерева, но есть бирюзовое и розовое дерево. Половинка будет розовая, половинка бирюзовая. Нет такого. Версия другая, не понимаю. Версия другая. Так, выключаю микрофон. Ребят, смотрите, как тут красиво, смотрите, обалденно. Так, давайте сейчас чисто скажем, что это. Время вышло! Да ладно, я шучу, шучу. Смотрите, я они даже еще ничего не строили. Лена, я вам даю реально 30 секунд, девчонки, 30 секунд. Я уже построил. Я построил уже, смотрите, я рядом летаю. Бери двери, пожалуйста, возьми двери, быстро, возьми двери. Дариныч просто растерялся, короче. Возьми окна, возьми двери. Дарина такая, окна, двери, я Майнкрафта не знаю. На какую кнопку нажать, чтобы вернуть дерево из другой руки? Ё-моё! На F, девчонки, 20 секунд остается. Да в смысле? 20 секунд! Давайте быстрее! Куда ставить? 15 секунд! 10 секунд! 5 секунд! 3 секунды! 2! 1! Время вышло, всё! А ты чё, уже построил? Да! Да-да-да! Ну-ка, подождите. Да я не вру, сейчас покажу. Давайте спросим мексиканца, что он думает про ваш дом. Ну-ка, подожди. Мексиканец, что вы скажете вообще? нельзя, Дариныч, нельзя, все. Время вышло, нельзя. Забаним сейчас, все, нельзя, все. Все, не, ну реально, время вышло, девчонки, все. А ты что, построил уже? Да, все, пошли смотреть. Да как? Подождите, да я ваши посмотрю сейчас, ну-ка. Мексиканец, видишь, нет, даже что-то сейчас скажешь. Достаточно уютно. Это не прошло. Прошло. Ты бы жил в таком доме уютном? Нет, я бы тебя там поселил. Так, все, пошли, короче, смотреть. Девчонки, идемте смотреть. Идем. Идемте сюда, идемте вот сюда. Маленький уютный домик. Смотрите, здесь, короче, креселка, можно сидеть. Здесь сундучочек, пройдемте внутрь. Здесь достаточно все уютненько. Так красивенько, вот. Здесь есть еще второй этаж, можно залезть. Тут погребочек, тут сундучочки. Все красивенько, все уютненько. Ну да как? Ты не мог построить это за пару минут. Ну я смог. Какой пару минут, он за 30 секунд это построил. Тем более. Ну я смог. Так. Ну вот так, старался и сделал. А вы там клювом еще охали стояли. Да не мог! Ты не мог! Да я смог, видите, вот и стоит. Не как это сделать? Ладно, я понял, девчонки, пойдемте в следующую постройку. Я сейчас дам вам фору. Кто жмет рычаг? Я жму рычаг. Смотрите, Дианыч злой, что выпало-то хоть? Аэростат, Отлично, так. Ну что ж, девчонки, давайте, короче, аэростат. Ну что, вы сможете? Знать бы, что это еще. Давай. Смотри. Из дерева хочешь? Взлетаем. Смотри, твоя задача сейчас, это аэростат, это знаешь, как типа дирижабль, да? Вот ага. Ты берешь огромную такую, по барабану, что строишь? Не-не-не, я делаю корзиночку для аэростата, допустим, а ты наверху шар бабахай. Голубо-розовый, давай. Отлично.
Да, а, да. Надо... Да, выключаем микрофон, ребята, блин, у меня тут, короче, с аэростатом какая-то фигня, короче, у меня он не строится. Блин, вот это жесть. Диан, блин... что-то у нас, что-то какая-то не очень получается, я не понимаю, как его строить. Может, попросим Женю, чтобы что-нибудь другое нам дал, потому что, ну, совсем не то. Что-то... У тебя какой-то шарик маленький выходит. Ребята, подфартило! У меня тут не работает, а они тоже не знают, как строить. Так, давайте подлетим и подыграем, как будто бы мы... Ну, вообще троллинг вообще идет. Так, ну-ка, девчонки, чего вы тут вы зовете? Жень, слушай, давай, может, что-нибудь другое, потому что у нас какой-то чупа-чупс разноцветный получился. В натуре какой-то чупа-чупс. Да, давайте, девчонки, давайте. Я всегда за вас, всегда для вас. Так, живите, давайте. А, давай я теперь. Давай, ну-ка, что выпало? Так, башня воды и лавы. О, это я знаю, как строить. Все, погнали, девчонки. Так, ну что ж, ребята, подфартило. Башня воды и лавы. Так, ну что ж, короче. Так, ребята, вот она башенка жмякая. Отличненько, она грузится. О, башенка возведена. Так, ну что ж. Так, девчонки, как у вас там дела? У нас нормально. Постепенно. Взлетай. Вы давайте там взлетайте. Мне нужна лава, потому что у меня ее нет. Как там стараются, девчонки, так, вот, тут что-то... Стараются, ничего не получается. Иди сюда, вот, держи. Я пришел, я здесь, да. Или тебе. Чисто мексиканец там, мексиканец угорает, я-то че, это все мексиканец. Вырубай своего мексиканца, он вредный. Так. Протекает, дырявая башня. Время вышло. Все, время вышло. Оставляем так, как говорится. Ну, и девчонки, честно. Ну время вышло, все честно. Ты не мог построить, я не верю, что ты за пару секунд. Ну, посмотрите, просто как ручка протекла. Так, ладно, пойдемте смотреть башню. Лава есть, вода есть, башня есть. Ну как вам сказать? Вот она. Офигеть! Ты не мог! Но я смог, вот же она. Я не верю. Можно, смотри, можно. Вот сюда может залететь. Стоит тут по лестнице в центральном зале, можете пойти посмотреть. Это странно, как ты это сделал? Ну, взял и построил, ну как, круто, нет? Это подозрительно, блин, там что-то горит где-то. Нет, костер, вот камин, что ты мне тут рассказываешь? У тебя еще и камин есть! Вот он, да, тут камин, короче, все дела, вот. Офигеть! Тут можно сидеть за звездами смотреть, ну как? Все-таки я, знаете... Как ты это сделал? Да как он... Большую штуку построил за пару минут, я не верю. Ну модов же нет, девчонки, посмотрите, нет уже? Модов нет, мы проверяли. Ну, значит, ну. Давайте дальше, следующий, ну как? Как отсюда вылететь? Они даже заблудились, настолько большая башня. Вон Дарина летит, вон Диана, короче, выбралась. На балконе застряла. Ну как, девчонки? Офигеть, говорит. У меня шок. Так, ну что ж, я тогда жму. Арена выпадает. Следующая арена. Давайте, девчонки, арену большую зафигачьте. Футбольная? Да любую. Вообще просто арену. Там можете боевую, боев гладиаторов там. Сейчас зафигачим, сейчас. Бери синий, бери красный, шерсть. Ага. Вот, отлично, ребят, смотрите, какая просто арена, так. Смотри, вот строй вот так же, только с другой стороны. Ага. Всё, то есть мы, типа, знаешь, фигачим. Вот. Давай я на ту сторону пойду, чтобы он не подглядывал. Смотрите, девчонки там говорят, чтобы не подглядывал. Так, ребят, сейчас это будет овер долго прогружаться. Ну, вы видите, какая голограмма. Так, ждем. Так, ну что ж, короче, ребята, у меня построилась вот такая вот штыкенция. Такие не подойдут, говорит Диана. О, вы что там делаете, девчонки? Арену. А вы знаете, что у вас осталось 30 секунд? Ты издеваешься, Наталья. В смысле? Какие 30 секунд? Не, 20 секунд. 10 секунд.
5 секунд! Время вышло! Не идет, не идет время. Все, время вышло, время вышло. Обманываешь! Ну, неплохая арена. Я смотрю, девчонки решили ко мне, короче, стоять, подмазаться, сделали красно-синее. Но за это, конечно... Заметнее, розово-бирюзовый, красный. Да, да, да. И причем, смотрите, там ровно по скину, смотрите, я стою, у меня справа красный, слева синий, так я выгляжу опасный. Ладно, девчонки, вам за это плюс балл, мексиканцев показывать не буду. Спасибо. Так, ладно, пойдемте смотреть, что я построил. Давай. Идем. Ну, неплохая арена. Так, идемте, взлетаем, взлетаем. Офигеть! За арену взлетаем. Здесь вот эта зона королевства арена. Арена, тут можно играть в прятки, в любые бои устраивать, здесь влазить по деревьям и так далее. Вот такая вот типа арена окружена, видите, стенами. Ну как? Это целый мир. Это целый мир. Ну как? Вот не ври, что ты это построил. Не ври, что это ты построил за минуту. Ну это же не... Ну я смог, это же не было на карте, я сделал. Так! Ну вот так! Ну я быстро! Там инопланетяне еще? Тут еще и дерево огромное. И дерево, и вон, видишь, тут и мельница, и внутри мельницы можно бегать. А еще стоит... Я тут еще шахту... Ну так, чисто на скидочку шахту сделал. Можно внутри шахты вот бегать. Офигеть, там, а вот это вот наверху, это что? Вот это вот там было летающее. Где? Вон наверху, круглая летающая тарелка на планете. А, да-да-да, поднимайтесь, да, здесь, короче, находится, ну, не совсем летающая тарелка. Здесь, типа, мини-арена еще одна, вот, может подняться, посмотреть. Тебе одной арены не хватило. Ну, тут мини-арена, да, тут еще такая чисто вот. Нифига себе мини. А, мини. У нас. Мини. Ну как, девчонки, это скромно. Это скромно, ну чё? Чё скажешь? Скромно? Серьёзно? Чё-то как-то мне кажется, что кто-то слишком... это... Мне кажется, это слишком скромно. Это слишком скромно, это... Вообще... Вот у нас. Так, ну чё скажете, девчонки? Я хочу переиграть. Чё-то мне как-то не... Подозрительно, я чё-то подозреваю. Как ты хочешь переиграть? Как ты хочешь переиграть? Давай достроим... Аэростат? Да. Чупа-чупс. Может, давай не будем, достроим. Девчонки? Не, будем. Давай достроим. Блин, ладно, давайте, у нас последняя постройка аэростат. Ладно, девчонки, строим аэростат. Строим аэростат. Давай. Так. Ты заново, а мы закончим чупа-чупс. Капец, ладно. Так, ребята, я, мне кажется, попал, потому что у меня аэростат был баганый, но, может быть, сейчас он прогрузится. Да, смотрите, он прогрузился. Он прогрузился, ребята, фигачим его, просто фигачим. Прикиньте, теперь над ареной еще появится аэростат. Так, у меня микрофон выключен, отлично. Так, включаем микрофон. Девчонки, как у вас там дела? У нас нормально пока что. Отлично. Чупа-чупс достроили свой? Растет. Давай, наращивай. Давайте наращивайте. На ноготочки, педикюрсик. О, неплохой такой аэростат. Чисто дариновско-диановский такой аэростат. Я нечаянно воду поставил. Чисто, как назовете аэростат? Дариновско-диана. Дариновско-диановский. Так, ну что ж, в принципе, неплохо у вас получилось, девчонки, но время вышло. Как? Ну вот так, уже. А мне все-таки понравилось с водой поставленной, я думаю, воду все-таки оставить. Зачем? Зачем, чтобы аэростат... Просто сломала, короче. Дарина, у тебя с красотой, ну так, как бы тут... Вопросы. Видение красоты своеобразное. Ну я пыталась. Чисто аэростат, который промок. Так, ну что ж, пойдемте посмотрим, что у меня получилось. Пойдем. Я его решил построить прямо над ареной, чтобы у вас не возникало вопросов, как бы вы его не видели над ареной. Теперь вот он здесь, над ареной, возвышается, вот он. Офигеть. Аэростат номер 10. Вот это аэростат? Да. Видите, у него тут, короче, есть и бомбы, и внутри вон это все есть. А что, если их взорвать? Не надо. Вот, и можно зайти внутрь. Зайдите внутрь. Здесь... Да, здесь... Лестница есть под низом. Вот, ну. А-а-а. Ну как? Сейчас залетим, походи. Ой, здесь книжка какая-то. Ага. Он еще и украсил все изнутри. Я все изнутри, конечно, видите, тут все. И тут вот бомбочки типа поступают. Здесь вот. Вылетите наружу, посмотрите, вылетите вот. Смотрите, для красавица. Дарина, давай бомбанем, а. Я смотрю на эти бомбочки, они меня прям манят. Девчонки разозлились, короче.
Так, давайте, бомбите, короче. Чисто, мне кажется, можно? Мне кажется, девчонки чисто, знаете, у них бомбануло. Девчонки, вас бомбануло, нет? Ой, а как бомбить? Дарина даже не знает, короче. Диан, помогай своей подруге, подружке. Диан, зажигай, давай. Зажигалку надо. Сейчас да, огниво, Дарина, надо. А где так... оно? А нету, все, я ударил. Ваши дорогие друзья, я везде их затроил. Ваши дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Нет, не успеешь. Дианушки, скорее. Блин, она все-таки успела. Ваши дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Стыки пока. Капец, бомбанули мой аэростат, короче. Все, всем пока, троллинг удался, ребят. Пока-пока. Пока.